Дракон-кондитер. Дракон продавал пирожные. Пирожные всевозможные. Был он хозяином очень радушным, веселым, приветливым и добродушным. В кафе приходили гости нарядные. Пирожные ели ванильные и шоколадные. Ни разу гости не уходили грустными, потому что пирожные были очень вкусными. Дракона гости благодарили, всегда спасибо ему говорили. Однажды зимой на Новый год дракон испек замечательный торт. Розы из крема, безе и орешки. Эй, заходите в кафе сладкоежки. Дети и взрослые, люди и звери целый вечер торт огромный съели. А после всю ночь смеялись, плясали, друг друга с праздником поздравляли. Дракона хвалили и обнимали. И счастья в новом году желали. Дракон.